Алло. Алло, здрасте, а что так долго трубку берете? Да. А это, скажите, пожалуйста, это вы в журнале «Хакер» работаете? А вы кто? Да нет, вы скажите, вы в журнале «Хакер» работаете? Я-то кто? Да вы же представьте сначала. Так я ж читатель ваш. Ну и молодец, значит, это я. О, это хорошо, значит, вот скажите, пожалуйста, почему у вас в журнале «Хакер» столько ошибок? Я вот читал, угорал над вами. Как же вы так можете... А что за ошибки-то? Да грамматические ошибки, это вообще пипец. Слово «морковь» написать с двумя буквами «о», да вы вообще уже. Как так получилось? Еще разок, чего-чего, на букву «о» сначала повтори-ка. «Морковь» с двумя буквами «о». Какое слово? Да ладно, не важно какое слово, скажите, почему у вас грамматических ошибок столько много в журнале? Так мы пьянствуем, потому что в момент сдачи номера, вот в чем проблема-то. Ах, вот оно в чем дело, пить надо меньше. Ну, а только никому не говори, это большая тайна. Хорошо, хорошо, подожди, а что вы пьете именно, что? Вот, огненную воду в основном. Огненную воду, а мне сказали, вы ацетон пьете, разбавленный с молоком. Ну, это не всегда, не всегда. Не всегда, ну, переходите на ацетон, разбавленный с молоком, иногда можно съем. Ну, ладненько. Ладненько, да? Ну все, короче, спасибо за звонок, все это. Ну да. Ага. Санек, здорово! Как жизнь? Здорово. Слушай, у меня тут проблема появилась, в этом месяце вышли. Да кто есть-то? Да елки-палки, ну что, не узнал меня? Это Петька звонит, Петька, что не узнал, что меня? Какой Петька? Так я на ваш журнал подписан, вот все время читаю, вы. Вот и молодец, подписывайся дальше, и главное не болей, все, да до свидания. Прошу, не кидай трубочку, Компания «Геймлэнд», здравствуйте. Алло, здравствуйте, это редактор журнала «Пэл», в смысле «Хакер». Да. Вот у меня такая проблема, в этом месяце вышел новый журнал «Хакер», так вот, а у меня денег нету на него. Вы не могли бы мне вкратце рассказать, что в нем интересного? Минуту, подождите. Компания «Геймлэнд», Ксения, здравствуйте. Ну что же вы трубочку-то бросаете, а? Ну как же так? Я не бросала трубочку, я сказала вам подождать. А ну, вот так... вы как раз и бросили трубочку. Ну а сколько можно мне ждать? Было немножко подождать. Ну, вы понимаете... Я пыталась выяснить, кто мог бы вам сказать по поводу журнала. Но сейчас в редакции, кто мог бы рассказать вам, что в журнале новенького и интересненького, никого нет, поэтому... Хорошо, хорошо. Но вы можете мне зачитать какую-нибудь статью целиком, прямо сейчас по телефону? Нет, ну, не могу. Такое? Ну хорошо, хорошо. Тогда вышлите мне все статьи из журнала смс-ками, ладно? Нет, у вас есть этот сканер? У меня, к сожалению, нет сейчас времени заниматься этого, и не думаю, что я найду человека, который будет этим заниматься. Ну почему? Ну мне по блату-то сделайте. Ну как же, у меня нету денег, журналы дорогие, сейчас понимаете, цены выросли на хлеб, там на молоко, на колбасу и так далее. Нет, вы знаете, я если сейчас могу узнать, может быть, мы вам просто так новый журнал подарим, вот... если он есть. Вам придется подождать, только трубочку не решите. Я вот еще что хотел сказать, вот эти вот самые в журнале «Хакеры» там, у вас есть их телефоны контактные? У кого именно? Ну у вас вообще, у вас в редакции вот этих самых, знаете, Бублик, Никитос, Доктор Клоун, Форуб и так далее. Нет, я не думаю, что есть контактные телефоны. Сотовые там, или как-то с ними связаться? Ну если даже есть сотовые, то сотовые мы не даем, поэтому... А чего они так боятся, что ли, прячутся, что ли? Нет, почему прячутся, просто это не даем и все. Ну, а если даже есть. Может, у кого-нибудь в редакции есть, но сомневаюсь, что они их будут раздавать так просто. Не, ну вот это вот гражданин Лазовский, он все-таки написал свой телефон в интернете, а сейчас он почему-то трубку боится брать. Ну и что, остальных, значит, не хотят писать свой телефон в интернете, все очень просто. Ну трусы, щенки, значит. Как же так, вот сами взламывают сайты, а сами прячутся, смотрите, какие подлые. Вам нужен журнал или нет? А, ну я вам говорю, нужен журнал. Сказать вам номер телефона, куда смс-ками отправить? Нет, не надо мне новый номер телефона. Я вам говорю, что, может быть, у меня получится договориться, чтобы вы приехали, ну хорошо, и взяли просто номер. Записывайте e-mail, куда отправить. Подождите. Алло, молодой человек. Да-да, я тут еще валяюсь. Вы все еще здесь. А, в общем, не могу я никого найти из редакции, кто бы отослал вам на смс-ками на телефон или как бы по электронной почте наш журнал. Поэтому а что же есть варианты... Есть вариант позвонить вам еще раз в понедельник, если еще раз кого-нибудь из редакции найду, потому что сейчас нет никого, чтобы вы сами приехали к нам сюда и взяли у нас этот номер журнала. Другого варианта просто не будет. Я в Люксембурге нахожусь, как я к вам в Москву-то приехал? Где вы находитесь? В Люксембурге, а вы что, номер не определили мой? Нет.
номер у нас этот не определился. Ну тогда, я не знаю, вам придется копить деньги на новый журнал. Другого варианта нет. Ну, он дорого стоит, понимаете? Я же говорю, у нас в Люксембурге цены вот тут на говядину повысили, поэтому я не могу купить через журнал, потому что он дорого стоит. Другого варианта просто нет. Есть, есть. Варианты всегда есть. Вам нужно кого-то заставить, чтобы он мне на e-mail прислал или там смс-ками каждую статью распечатал. Я не думаю, что у нас кто-то в редакции будет этим заниматься. Ну, мало того, вы еще мне каждый месяц должны это делать. Понимаете? Нет. Да, нет, да, не думаю. Как-то нет. Когда знаете, вам как придется сделать? Давайте, у нас сейчас главный редактор в отпуске. Так. Поэтому можете через, по-моему, 2 недели перезвонить и попробовать с ним об этом договориться. А вы дайте мне его сотовый телефон, я сейчас ему... Нет, сотовые телефончики мы не даем. Да что вы говорите, ну мне по блату скажите. Нет, вам по блату я не скажу. Да я никому не скажу, мне можно доверять, женщина. Нет, извините. Как это нет, когда... Ну подождите, ну че, ну кому-нибудь телефон скажите, пожалуйста, а мне позвонить некому, а? Ну честное слово. Нет. Ну как это нет? Но никому так это нет. Вы знаете, я работаю, мне немного некогда этим заниматься, поэтому через 2 недели перезвоните, и я вас соединю с главным редактором. Нет, мне лучше тогда телефон каких-нибудь хакеров дайте, чтобы я с ними проконсультировался. У меня нет никаких телефонов, никаких хакеров. Еще раз вам говорю, это может быть только у главного редактора. Ну хорошо, ладно, тогда Лазовскому привет передавайте и скажите, что я ему буду звонить каждый день, целый день. Ну ладно, короче, тогда всего хорошего вам. До свидания. До свидания.